Всем привет, с вами канал Армани. И сегодня мы находимся в Кротовке. Я ж поняла. Ну, вот раз автобус ждет. Ой, ветер, ветер. Сегодня у нас плюс 3. Вроде не так холодно. Все равно холодно. Встречает автобус 116 какой-то. Вот он. Женька уже продумал весь маршрут. Все расписал. Красиво здесь. Летом, конечно, красиво не было. Вот. Мы подошли к памятнику. Здесь тоже стоят фамилии погибших. Стоят цветы. Кстати, никто не заходит туда. Видимо, они всегда стоят тут. Вот так прямо дорога на трассу. Здесь первый раз. Вы первый раз, да? А я проехала отрадно нечаянно. Вот чё-чё. Слушай, здание, смотри, заброшенное. Здание заброшенное, смотри. Одной стены нет. И тут смотри, ба, и тут все заброшено. Смотри, все заброшено. Ничего себе. Аж стекла разбиты, аж стены нету. Ну тут вообще нет стены, вон. Пусто, нет стены. Как будто заброшенный город. Приехали. А тут, кстати, у них каток. Красивая, старинная, с цветочками. Муж побежал, фотографирует. Фотографии, наверное, я вам предоставлю в конце ролика. По ссылке вы что-то не больно переходите. Вместе с музычкой посмотрите. Тут у нас школа. Ой, ветер, ветер. Снежинки. Короче, школа. Симпатичная. Березки такие, цвет голубой. Очень люблю голубой цвет. Кирпичики. Тут какой-то памятник. Фокусировано немножко. Вот написано школа, как в советские времена. Школа. Ну что, в какую сторону-то? А, туда, что сразу сказал? Я стою, тебя жду, жду. Окна вон там, рисунки на окнах, как раньше были. Сейчас кругом пластика, на них нету, а здесь он есть. Здесь школа, здесь вот есть дома, деревня. Церковь. Идем к церкви. Снег мешает. Летит прям в лицо. Вот собачка там. Кстати, прошли уже ветеринарного врача. Там кошка сидела. Как будто на очереди. Собачка вот бежит, хромает.
Вот замок какой-то деревянный. Женька сейчас тоже его сфоткает. Симпатичный. Такой деревянный, деревянный. Мрачный такой. Сосульки вот тут. Какие сосульки. Такой заброшенный как будто. Ой. Тут у нас церковь. Сразу машины появились. Сразу куча народа появилась. Это наша первая достопримечательность. Что такое там было? Это козел кричит, что ли? Корова? Да нет, корова мягко кричит. Ой, мамочки. Молоко не любит. Через окно он там проглядывается. Старая церковь. Старенькая. Не сносит, стоит. Старая, мне кажется, даже гораздо лучше, чем новая. Забором закрыли там все. Ты вот здесь, Жень, с этого ракурса, с фоткой. Жень. Там вот рябиночка. Церковь с другого ракурса. Действительно заброшенная. За дом только не знаю. Вон, видите, там ремонтировать ее надо. Сейчас попробую повыше поднять. Не знаю, чтобы вы... Вот она. Новую построили, а старую уже не нужна стала. Вообще красота, здесь рябинка. Тут дом новый. Мне кажется, даже старый лучше гораздо, чем новый. Да, у нас выяснилось, оказывается, что Женька не знает, где автовокзал. Хотя маршрут прописал. Идем, не знаю, куда идти. Спрашивали, никто не знает, на какой улице мы находимся. Куда идти-то, я не пойму. Ты зачем туда пошел? Тут машина едет. Вот, у всех спрашиваешь, где какая улица, куда пройти, как никто ничего не знает. А, здесь что-то такое. Называется, расписал. Маршрут. Мне говорят, что тут вообще куча магазинов. Да тут вообще площадь целая есть. Да ничего пока не увидела. Церковь только и все. Ой-ой-ой. Мандарин. Как бы, наверное. Оказывается, парк есть. А, да. С колоннами. Холодно там стало. Чем-то. Ветер такой поднялся. Жуть. Пятерочка. Ну, вот там горка. Женька идет. Аптека, смотрите.
107. Класс. Там продукты. Продукты. Так ничего не работает. Погреться негде. На каком такси? Да нет, смотри, какая картина красивая. Картинка из времен моего детства. Ну, да. Побольше наберется, пока выходится. А может там куда? Там два. Ну, хотя два. Короче, приехали мы. Доехали на такси за 300 рублей. Приехали даже до вокзала. Отсюда сейчас пойдем по магазинам. Спортивный комплекс. Вывеска осталась та старенькая, 90-х годов. Так приятно видеть иногда всякие такие маленькие моментики из жизни своего детства. Здесь дом новый. У них, кстати, старые дома сносят, деревянные, строят новые дома. Новые дома у вас строят, да? Еще строят уже? Это было у вас года 2-3 назад? Ну вот новый дом. Здесь было двухэтажки деревянные. Нифига себе, смотри. Иди постой, хочешь? Пока я добрая. А вон там вообще гигантская концерт. Почти на втором, на первом этаже. Да, сосульки зимой опасны. А у нас зачастую дороги вон проходят, прям под сосульками. Вон, смотри, вон там, впереди дом. Нежно-розовый. Ну, какой дома. Жили люди в деревянных домах, мёрзли, холодно. Деревянные были здесь. Двухэтажные. А теперь в новых домах. Хорошо. Пластиковые окна. Тепло. А, трехэтажка даже. Хорошо жить на втором этаже. Фитнес-студия. А вот музыку не хорёт, наверное. Они танцуют, и соседям научатся. Красивый дом. Ну, не знаю, правда, насколько он надежный, сколько он простоит еще. Не знаю, как там построили. С какими-то, вон, видишь, трубами. Видишь? А тут смотри, как заледенело. Да. А ведь пластиковое окно. Видимо... Плохо поставили, наверное. Смотри, какие рисунки, узоры. Так вот, здесь есть магазинчик, ценопад. Можно найти интересные вещички, недорого. Правда, там еще ни разу ничего не купила. Но я только второй раз там. Елочки. Падай. Ёлочки. Какие красивые ёлочки. Ёлочки. Красиво. Ветер. И где твоя туча, кстати? Что-то все побелело там. А, ну вон она синяя. Проходит. Вообще где сегодня еще? МЧС предупреждала. Нам что МЧС? Пробку съездили, я считаю, прям удачно. Туда и обратно, и там все слопки все хотел. Спил. Ветер свалит. Пойдем, зайдем. Ярко. Там снимать не дай. Я знаю. Полиция. А, милиция. А я полиция сказала. Полиция, да. Полиция.
тут лесок. Домик тут. Так сильно. А он голову поднял, увидел. Ой, как вы смотрели, спортуголок тут. Ну какой тут спортуголок. Женя, смотри, говорю, спортуголок. Тебе 20 раз повторить надо. Мне это жалко, парк круче. Его убрали, значит. Загородным был? Да. Я 8. Раз, два, три, четыре, пять. Тренажерчиков всяких. Целый прям детский рай. Снег, снег летит. Лицо летит. Ой, какие елочки красивые, смотри. Еще кто-то там побивает кого-то. Красненькие какие. Побивает кого-то там. Красиво как. Как красиво. Вот тут еще. Ага. А тут какие красоты. Снеговички маленькие на елочке. Сейчас он назад попрет. Ой, ой-ой-ой. Жень, ты перегораживаешь. Отойди. Что тут снимать-то? Сейчас он застрянет там. Сейчас мы будем с вами кормить птичек. Давай, давай. Пойдем. Ну, он рядом с кормушкой, давай, может. Вон, кормушки, а? Вот. Рядом с кормушками. А, в кормушке? Ну, можем часть кормушки насыпать. Я думаю, может, на пол сюда, на землю? Давай на землю. А хлеб в кормушке. Меня не видно, Жень, ты снимаешь. Ой, ты давай быстрее. Пойдем. Меня вообще видно, ты куда камеру надвинул? Сейчас я, наверное, туда дойду уже. Немножко хуже. Там на экране красный квадратик горит. Сверху, посерединке. На экране. Там кругляшок красный горит. Горит? Вот обращай на него внимание. Вот это вещь там получается. Ой, что поесть лет. Они замерзли, птички все, в такую погоду. Дома они все. Домой ушли, наверное. Ой, господи. Давай, наверное, остатки. Ну, вон еще кормушка есть, вон туда давай. Полно кормушку, он сыт. Что такое?
Слушай, давай я, может, пойду тренироваться. Ты сейчас зайдешь этот маньяк, потом придешь туда. Ты орешь-то на всю камеру-то? Да потому что... Убери оттуда, не видно ничего. Устал я уже ходить-то. Маньяк. Все равно птички вон попрятались, нет их. На булку оставь, наверное, что ты ее будешь крошить. Дом съедим. Сейчас накрошу только, да и все. Не факт, что они прилетят. Пшено-то они склюют, а. Вот они прилетели. Красивый парк. Женька ушел. Пошел заниматься, а я сейчас сама по себе. Пойду по магазину. Рюкзак только тяжелый очень. Сейчас пойду. Один магазин, другой. Не спеша. Это он меня торопит. Быстрее, быстрее, быстрее. Кстати. Тут роща березовая. Сходила по магазинам, как прайс сходил, купил кое-что. Отдельно буду обзор делать. Была я в двух прайсах и наконец-то кое-что нашла, что давно искала. Все с вами будем тестировать, смотреть. Хочешь в парк? Ну, когда приехали, горело. Да? Горело? Что-то не горит. Не хочет. Ой, а там смотри какой. А снегопад, а снегопад. Ну, давай вот так по почте пойдем. Пошли? Давай. Сейчас сфоткаю. Ай, какой снегопад. Полицай. Сейчас встанешь тут. Уезжай. Ёлка не горит что-то. Класс.
эти... Синяя-то, что ли? Пошел сильный снег. Видно через камеру. Сильный снег пошел. Давайте все круг делаем. Я же говорил, ты придешь. Идем. Ужас, как сильно он пошел. Как тебя зовут? Красиво тут. Но мы уже очень устали, уже замерзли. И тебя? Ну ладно, чудесно. Пошли пройдем по ней, Жень. Круг, чтобы все было видно. Вон, нам еще присоединяется. Здорово. Ой, классно, смотри как. Давайте тоже похлопаемся. Класс. Мальчишки, хлопать надо девчонкам. Ты где? Жень, ты что, не идешь, что я не пойму? Всем привет, мальчишки и девчонки. Ты что не идешь? Папа и мама. Идем. Гости нашего города. Сильный снег начался. Занесет. Хорошо, хоть мы успели погулять. Да, Жень? Был более-менее, там снег шел, но маленький. А сейчас прям вообще так много-много. Вон фонари видны даже. Может нас оставшивать. А это мы сейчас и посмотрим. Итак, повторяйте. Все идем. Ах, какая тут-то красота. А я хочу фоткать, да. Аппарат, вернее, камера у меня уже вся мокрая. Со всех сторон. Тебе же варить не мне. Какая красота, господи. Ой, как красиво. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney, моя семья. И всем пока-пока.